Девочки, подключаемся. Подождем чуть-чуть и начнем прямой эфир. Угу. Добрый день, девочки. Подключайтесь по чуть-чуть, чтобы я уже начала прямой эфир и чтобы мы не теряли время запросто. Спасибо тем, кто уже в прямом эфире. Привет, привет, Нарочка. Подождем чуть-чуть. Пусть девочки все приходят в прямой эфир и уже начнем. Почему именно Faberlic? Почему именно бизнес Faberlic? Добрый день, Лала. Добрый день, Нана. Спасибо, что вы подключаетесь по чуть-чуть. Сейчас чуть-чуть поговорим, пока девочки соберутся, и уже начнем прямой эфир для наших русскоязычных девочек. Поскольку мы работаем уже с очень многим, многими странами, и да, мы только начали. Поскольку мы, у нас бизнес международный, и у нас есть очень много девочек из разных стран, которые русскоговорящие, я решила, что сегодня будет обучение на русском языке, поскольку для наших армянских коллег мы много раз делали прямые эфиры, обучение, и сейчас уже, поскольку развиваем бизнес в очень многих странах, я решила сделать прямой эфир на русском языке. Я думаю, многие знают. Меня видно, слышно нормально? Или у Лалы только? Девочки, меня слышно? Дайте мне обратную связь, пожалуйста. Отлично. Угу. Многие знают, а для тех, кто меня не знает и кто новичок в нашей команде, меня зовут Грета Погосян, я старший лидер в компании Faberlic, развиваю свой бизнес вместе с компанией и очень рада этому, у меня трое детей, я мамочка, отлично. Я мамочка троих детей, все трое у меня ходят в школу, так что главное возражение, что у меня дети и я не смогу, в нашем случае не работает, поскольку мы, большинство из нас мамы не одного, а двух, трех, четырех детей, так что главное, чтобы мы могли совмещать наш бизнес и дисциплинированно работать. Хорошо, я чуть-чуть расскажу, почему я пришла в бизнес, в онлайн-бизнес именно, поскольку, как вы знаете, многие женщины не выходят на работу, поскольку у них маленькие дети. Ты все можешь поверить! Они... Слышно меня, девочки? У меня пришел звонок просто. Я думаю, слышно, да? У них маленькие дети, они не могут работать, также у меня один, второй, третий ребенок родился, и я, слава богу, не вышла на найм, поскольку, может быть, если бы я работала на найме, я бы вообще даже не услышала бы, что мне предлагают, какую работу, и это было бы мне неинтересно. И да, все мы сильные мамочки. И поскольку уже мы знаем, да, когда мы долго сидим дома, быть съедает, мы не учимся ничему новому, и у нас идет деградация. У меня был такой период, и я вообще была открыта к новым знаниям, к новой работе, к новым людям, к общению, поскольку дом, дети у меня... Каждый день был одинаков, и мне нужно было чем-то заниматься.
И в один прекрасный день мне приступило предложение. Я не дала никаких возражений, я была таким послушным новичком. Мне просто нужно было знать, меня заставят делать продажи, продавать продукцию или нет, потому что я не очень понимаю в этом. И не очень-то и продаю, ну, те мои родные, которые знают, что мой бизнес именно Faberlic, что-то просят у меня, но чтоб так продавать, каталоги раздавать и все, это не мое было. Мне было достаточно, что мне сказали, что продавать ничего не заставит, если захотите, продаете, если нет, нет. Я сказала, хорошо, начала свой бизнес, и вот с третьего дня уже, когда я была зарегистрирована, я уже начала активно изучать, что это за компания, поскольку мы знаем, да, когда люди занимаются продажами, мы у них берем максимум шампуни, бальзамы, тушь для ресниц, такие мелочные продукции, ну, 5 видов продукции я знала. Ну, решила, сказала, хорошо, покупаю у других, буду покупать у себя. Еще мне дадут 20% скидки, так что это мне очень понравилось. Но когда я уже вошла в рабочий чат наш, когда меня добавили, та атмосфера, как меня приняли, то обучение, которое началось, мне очень понравилось, и я начала углубляться в бизнес, и начала уже с третьего дня. Не жалею, мне очень понравилось, и хочу сегодня с вами поделиться чуть-чуть, почему компания Faberlic, почему я именно доверила свой бизнес компании Faberlic. Ведь мы знаем, что очень-очень много различных компаний, которые занимаются сетевым маркетингом, и я не хочу сказать, что какой-то плохой, какой-то хороший, я хочу рассказать вам про нашу компанию. И по каким критериям нужно выбирать вообще сетевые компании, поскольку их очень-очень много. И для меня есть несколько пунктов, которые для меня очень-очень важны. Первый пункт, чтобы вообще у этой компании была своя продукция, чтобы он не перепродавал, соответственно, не прибавлялись к цене продукта, и чтобы я была уверена, что если он не продает, у него есть своя продукция, он развивает ее и в качестве, и в количестве, и это очень выгодно, и это очень доверенно. Вторая критерия для меня, чтобы это была легальная компания. Поскольку мы очень знаем, каких много-много двухдневных компаний, которые начинают свой бизнес, вешают лапшу на уши людям, забирают у них деньги. Нету продукта, нету легального бизнеса, и они занимаются тем, что обманывают людей, и очень многие теряют деньги, время, и начинают думать, что все сетевые компании занимаются тем же. Для меня очень-очень важная критерия была еще, он был легальным и платил налоги. Две критерии, которые я рассказала, есть Faberlic. У нас есть свое производство, и это не 20, не 50, и не 60, это 10 тысяч наименованной продукции, которая она всегда расширяет, всегда у нас есть новинки. И он является, компания Faberlic является самым большим налогоплательщиком в мире, в 42 странах мира. Сейчас с сентября работаем еще и с Америкой, так что скоро будут и расширены наша компания будет расширена в Америке. Так что это два критерия. Потом, зовет меня девочка. Есть все, что нужно. Есть обучение с нуля, есть продукция. Мы ничего не вкладываем. Ничего не вкладываем, я имею в виду, не вкладываем деньги. А время мы вкладываем всегда, потому что если это бизнес, значит, ему нужно уделять очень-очень много-много времени.
Компанию основал Алексей Нечаев, основатель компании Алексей Нечаев в 1997 году. Тогда была и мало продукции, и название было другим, но как ребенок растет, так и выросла наша компания. Уже мы работаем в 42 и более странах, уже наша продукция всегда расширяется, есть огромный ассортимент. Это все, что нужно женщине для своего дома. И даже если вы не делаете бизнес в Faberlic, вы просто пользователь, вам очень-очень-очень много есть продукции, это бытовая. Бытовая химия, это косметика, это парфюмерия, это витамины для здоровья, это одежда, аксессуары. Вы представляете себе, да? 10 тысяч наименованные продукции, 15 категорий, что это из себя представляет. Работает с очень известными дизайнерами, как Валентин Юдашкин, как Алена Ахмадулина и многие-многие дизайнеры. Работает, и несмотря на то, что у нее есть своя лаборатория, где они изучают, делают новую продукцию, она и работает с итальянскими лабораториями, в Германии у нас есть, так что очень-очень много перспектив. Еще мы входим в топ-100 самых главных сетевых компаний мира, и мы занимаем там почетное 25-е место. В рынке мы уже 24 года, и это говорит уже само про себя, что если бы продукция была некачественной, фирма была нелегальный и не дала бы возможность развивать женщинам свой бизнес, и не было бы у них реального дохода, никакая страна бы не приняла ее в свой рынок, в свою страну. Так что годы говорят про себя уже. И если будет компания, которая вам скажет, что идите к нам и ничего не будете делать, ничего не будете покупать, ничего не нужно, мы вам так с блюдечка дадим деньги, они нагло врут. Поскольку если вы хотите заработать большие деньги, вам нужно трудиться. Это ваш бизнес, и мы развиваем свой бизнес, мы ни у кого не работаем. Самое главное, что компания Faberlic дает возможность вам работать из дома, откуда вы захотите, сколько вы захотите и когда вы захотите. Вам не нужно бегать на работу рано утром, несмотря на погоду, несмотря как вы себя чувствуете, несмотря какие у вас дела, вы просто рядом со своими детьми развиваете свой бизнес. И покупателям я хочу еще рассказать, добавить, что как только человек регистрируется в компании, он моментально получает 20% скидки, и уже работав с наставником, уже войдя в свой кабинет и далее, но он может делать свои покупки у себя и получить подарки как новичок. Это так компенсация или очень выгодная акция, как вы можете говорить, что человек делает свои покупки для своего дома и еще получает подарки. Что мы не можем сказать в обычном магазине, когда мы заходим, для них вообще не имеет значения, насколько мы потратили, сколько мы покупали, что мы покупали, поскольку Faberlic создает оригинальную продукцию, Faberlic не делает фальшивые продукции, а когда производитель отправляет свою продукцию до магазина, до этого дохождение до магазина, можно сделать очень много фальшивых продукций, которые мы не знаем, что в нем, какая продукция, что входит в эту продукцию. У нас 100% без химии, без фосфатов продукция. Я хочу чуть-чуть рассказать, поскольку речь пошла о подарках для первых покупок новичков, я хочу вам показать, это подарок нашего новичка в текущем каталоге. Вы можете зарегистрироваться и получить или палетку от помад в подарок, или вот такую итальянскую Glam Team, от серии Glam Team, тени,
Вы можете посмотреть, не знаю, передается или нет. Какие насыщенные тени. Это итальянская марка. Мы работали с итальянскими дизайнерами, разработали. И мы дарим или эту палетку, или палетку губных помад в подарок. Палетка помад – это еще и новинки. Девочки мне отправляют запросы в друзья. Ага. И еще. Для новичка есть еще возможность, чтобы 9 каталогов неперерывно получать еще и подарки 70 или 80% скидки. Наборы всегда растут по цене, но цена вашего подарка остается не меняется. Ты все можешь поверить! Девочки, меня слышно? Я думаю, да. Вы получаете еще подарки в 6 каталогов подряд. Помимо того, что вы можете пользоваться 100% без химии продукции, получать подарки, вы можете создать свой основной или дополнительный доход с компанией Faberlic. Что это из себя представляет? Если у вас уже есть работа, вы работаете по найму, вы можете создать свой дополнительный доход с помощью Faberlic, с помощью рекомендаций. Рекомендации, я думаю, делают все всегда, поскольку мы, женщины, любим рекомендовать то, что нам нравилось, те же самые скидки в магазинах или куда-то сходили, нам понравилось, мы даем рекомендации, но мы никогда не получаем для этого деньги. И суть бизнеса состоит в том, что без продажи продукции мы просто делаем рекомендации, можем создать свой бизнес в 42 странах мира и от созданного товара оборота получать от 3 до 23% дохода фирмы. Доходы всегда растут, и если вы послушайте и услышите своих наставников, пройдете обучение, будете делать то, что вам говорит наставник, у вас будет очень-очень мощное обучение. Бизнес, который с вами всегда и везде, где бы вы ни жили, вы нигде не будете начинать с нуля, поскольку мы знаем, что какая бы хорошая у тебя не был бизнес, если ты решишь, что ты не хочешь жить в той же стране, где и живешь, ты должен начать все с нуля в другой стране. А в нашем бизнесе наш бизнес всегда с нами, поскольку он в телефоне, в компьютере, где бы мы ни находились. Это тоже огроменный плюс. Плюс у нас есть очень-очень хорошие распродажи всегда для наших консультантов, которые зарегистрированы, и это нету в обычном магазине. Почему именно с компанией Faberlic? Потому что Faberlic тебе создает все условия, чтобы ты делал свое дело с любовью, делал качественные, и наша стартовая программа дается нам для того, чтобы ты очень хорошо и понял, какая продукция, воспользовались теми продуктами, которые, может быть, и не могла себе купить, но фирма дарит тебе в подарок, и еще плюс делает тебе комплимент, всегда даря тебе подарки. Так что основной доход вы можете делать и из дома, поскольку у вас нет заработка сейчас. Основной доход будет с компанией Faberlic. Это будет ваш бизнес, который всегда с вами. Вам нужно просто пройти обучение, а дополнительный вы можете сделать себе основным, поскольку мы знаем, что если мы не развиваем свой бизнес, мы развиваем чужой бизнес, который нам не принадлежит. И люди теряют годы на обучение, люди теряют годы на свой бизнес, а здесь Faberlic тебе дает возможность, чтобы ты и обучалась, и работала, и ошибалась. Никто не говорит, что это легкая работа, поскольку мы все учимся на своих ошибках, так что нужно обязательно
работать так, как вам говорит наставник или наставница. Нужно ошибаться, нужно идти дальше. И по критериям, которые я вам сказала, нужно выбирать ту компанию, которая вам действительно дает возможность развивать, улучшить свою жизнь. И главный плюс, я бы хотела чуть-чуть рассказать, кто не знает из новичков, компания нам дарит возможность оставить наш бизнес в завещании нашим детям. Поскольку это уже наш бизнес, мы развиваем его и можем оставить своим детям. Еще у нас есть материнский капитал, который мы делаем вице-директора, и в течение нашего бизнеса, если у нас рождаются дети, мы получаем капитал еще и от компании. Еще фирма дает нам путешествовать в разных странах, в 5-звездных отелях за свой счет, естественно, и парные путевки он нам дарит, и мы можем с нашими мужьями полететь, отдыхать. Это наша мечта, мы идем к ней. И у нас есть еще квалификационные бизнесы, когда фирма дает нам возможность, когда мы закрепляем наши звания, мы можем получить двойные бонусы, что дает вам другие компании, сколько дает вам возможности Faberlic. Я думаю, если вы заинтересуетесь и вы поймете, где вы, что нужно делать, как нужно развиваться, у вас все получится. Нужно просто начать, поскольку у вас есть уже готовая схема. Еще очень-очень важно, чтобы новичок понял, это мы знаем, те лидеры, которые мы внутри Faberlic, мы знаем все-все-все качества, все плюсы Faberlic, но новичок может и сталкиваться с таким вопросом, что он зарегистрировался в Faberlic, и я не хочу сегодня говорить про возражение, но хочу обязательно сказать, что бывает, что ломает новичка окружение и говорят, что там зарабатывать невозможно, Faberlic это только продажи, это все вранье, и это говорят те люди, которые просто слышали название фирмы Faberlic, или просто были чуть-чуть ленивые, и у них не хватило терпения, чтобы дойти до конца. Я советую новичкам не копить в себе вопросы, нужно задавать и обсуждать со своим наставником, потому что это очень важный вопрос в начале бизнеса, поскольку мы обычно накапливаем в себе вопросы, получается, в огромные сомнения, и получается, что мы теряем нашу возможность стать самостоятельным личностью, иметь свой доход, иметь свой бизнес, потому что не обсуждаем все это. Привет, Катенька! Потому что не обсуждаем все это с нашим наставником. Мы проходили все этот путь, мы делали все те же ошибки, что и думают новички, поскольку в нашем бизнесе главное, чтобы ты не остановился. Мы можем идти чуть-чуть медленно, или можем... У нас могут быть много-много сомнений, поскольку это бизнес. И чтобы у вас бизнес получился, вам нужно влюбиться в бизнес. Чтобы влюбиться в бизнес, вам нужно обязательно понимать, какая фирма, что вы можете получить, что оно даст вам, что нужно вкладывать в это, а вкладывать нужно терпение и время обязательно. Девочки, я пропала. Меня слышно? Дайте мне обратную связь. Девочки, меня слышно? Видно, я пропала, по-моему.
Ну все. Да, отлично. Так, на чем мы остановились? Чтобы у вас бизнес получился, нужно обязательно пройти учебу, чтобы понять, что из себя представляет бизнес с Фаберлик. Поскольку Фаберлик вам дает качественную продукцию, 10 тысяч номинованной продукции, 100% без химии, без фосфатов, которые ничего не делается, чтобы продукция была дешевле или сэкономить на качестве продукции, поскольку Фаберлик именно акцент делается на качество продукта. Работаем в огроменных количествах. Работаем с очень-очень многими лабораториями. Так что в этом можете быть уверенными, что покупая для своих детей, для своего дома с компанией Faberlic, вы не только экономите свое время, поскольку делаете покупки из дома, не стоите в очередях, не портите свои нервы, но и свое здоровье, поскольку у нас очень-очень хороший продукт, в котором нет химии, нет фосфатов. Это очень-очень огроменный плюс в нашем мире, где очень-очень много химии, и порой кажется, что мы воздух тоже дышим химией. Я думаю, согласитесь со мной, да? Если у вас будут вопросы, напишите, я обязательно отвечу на все вопросы, девочки. Нужно обязательно понять, что если вы уже прошли обучение, вы уже поняли, какой огроменный шанс вам дает Фаберлик, вы начали бизнес, вы строите потихоньку-потихоньку свой бизнес, вы должны еще и понимать, что обсуждают всех и все. Так что мы очень-очень уже закрепленные, мы знаем, что нас будут обсуждать, будут говорить, что да брось сайты, да иди с нами пить кофе, да ты теряешь время, да у тебя ничего не получится. И знаете, есть новички, которые, даже зная об этом, и не только новички, да и лидеры, которые, зная, что в Фаберлик есть много-много-много возможностей, а у них не хватает духа, не хватает терпения. Так что начинающим, которые ты имеешь в виду в бизнесе, да, начинающим лидерам, которые начинают свой бизнес, я рекомендую обязательно обучаться. Поскольку если ты не знаешь, во-первых, это пользоваться своей продукцией, поскольку если ты не пользовался, ты не можешь это предлагать. И если тебе спрашивают про качество продукта, ты не можешь ничего ответить, поскольку ты не знаешь. Это, во-первых, нужно пользоваться своей продукцией от своего магазина, изучать продукцию, поскольку у нас огроменная, и я за 2,5 года еще очень-очень много не опробовала. Нужно обязательно обучаться, поскольку ты должен знать, какой это бизнес, что из себя представляет, каких достижений у нее есть, какие достижения, что ты можешь дать женщине, которая стоит перед тобой или общаешься по интернету. Третье, это обязательно держать связь с наставником. Я уже сказала, по-моему, об этом. Хочу сказать еще. Связь с наставником это очень-очень-очень важный аспект, поскольку наставник это тот человек, который дольше тебя в бизнесе, и он может знать и знает больше, чем ты. Так что нужно держаться от с этих трех аспектов. Это пользоваться своей продукцией, это обучаться обязательно, не пропускать прямые эфиры, обучение и все это, и держать связь с наставником. Поскольку если даже ты ошибешься в каких-то вопросах, наставник тебя направит на истинный путь. Не ошибаются только мертвецы. Так что, Анна, я правильно ответила на твой вопрос? Правильно поняла? Если да, дай мне обратную связь. Хорошо? Еще, девочки, очень-очень важно понять.
что нельзя делать в сетевом. Нельзя, что нельзя? Нельзя падать с духом. Нельзя ждать быстрых денег. Я сейчас дойду этого, поскольку есть, я уже сказала в начале, что есть фирмы, которые тебя обещают, ничего не делая, ничего не продавая, извините, покупая, ты можешь получать очень много денег. Они врут, поскольку быстрых денег в сетевом нету, потому что это ваш бизнес. И я приведу пример. Вот смотрите, вы открыли магазин у себя во дворе. Открыли магазин и открываете свой магазин, двери своего магазина, когда хотите, примерно. Хотите утром, хотите вечером, хотите вообще не открываете неделю, хотите месяц не открываете. И от кого вам ждать денег? Ни от кого, поскольку вы не открыли свои двери магазина, не дали людям возможность войти в него, узнать продукцию, узнать ваш бизнес, узнать, что вы им предлагаете. И самый большой минус сетевого, по моему мнению, поскольку мы даем доступ всем. Это что из себя представляет? Когда мы говорим... Вот вы не будете делать денежных вложений. Хорошо, сейчас отвечу, Леночка. Я, по-моему, уже рассказала, но сейчас еще и расскажу. Поскольку, смотрите, мы даем возможность людям совершенно бесплатно. Обучение бесплатное, вход в магазин бесплатный, ничего не вкладываете. У вас просто есть магазин, и фирма говорит, на, развивай его в 42 странах мира. И что мы понимаем в этом понимании свободный график? Мы понимаем, что мы ничего не будем делать. У нас свободный график, так что мы можем не работать вообще. И потом удивляемся. А почему у нас нет денег? А вы же сказали, что Фаберлик в течение 2 лет я могу зарабатывать столько, столько, столько. И люди, которые не работали, которые не держали связь с наставником, которые не обучались, они говорят, да с Фаберлик ничего не можно сделать, нельзя сделать, с Фаберлик ничего невозможно, и распространяют про Фаберлик мифы. Мифы, которые я не знаю, что сделать. А что они сделают, когда откроют свой магазин, очень-очень много денег потратят, и не факт, что у них эти деньги есть, они могут взять в долг кредиты, в долг... не знаю, от друзей, от всех, и не открыли свой магазин, потерпели крах. И что они делают? Они возьмут еще один кредит, чтобы платить этот кредит, да? И в этом случае они никого не будут обвинять, поскольку это их бизнес. Вот нужно начинающему бизнес-леди, вообще бизнесмену понять, что это твой бизнес. И не важно, что твой бизнес тебе дал Фаберлик компания. Ты прими это так, что это твой бизнес. И ты должен иметь участие, принимать участие в своем бизнесе. Чтобы столько работать, сколько ты хочешь получить. С Фаберлик можно заработать очень много денег. Но этого нужно достигать. Это и ошибаясь, это и делая ошибки, это и совершая много-много неправильных поступков. Но ты делай и докажи себе в первую очередь, что ты можешь состояться как женщина, как мама, как бизнес-леди и быть равноправным участником своей жизни. Не нужно жалеть себя, это очень-очень важно в бизнесе, поскольку если ты себя жалеешь, ты начинаешь обвинять всех, кроме себя. Вот я такая несчастная, наставник не регистрирует под меня, не делает это, не делает это. Это все было у меня, поскольку в определенный период я начала почему-то жалеть себя. Я начала превращаться в новичка, но при этом я была очень хорошим лидером. Но я преодолела, поскольку я знаю, что какие возможности дает компания. Может, новичку непонятно то, что я говорю, но ему обязательно это понадобится. Что это за... Минуточку, я прочту вопрос.
что такое сетевой и как можно зарабатывать, да? Был такой вопрос, да. Ага, что такое сетевой? Сетевой маркетинг – это большая возможность. Закрой дверь, пожалуйста. Да. Закрой дверь. У меня прямой эфир. Да. Хорошо, молодец. Закрой дверь, пожалуйста. Угу. Сетевой маркетинг – это большое-большое, как сказать, большой шанс для нас. Давайте я вам нарисую. Это большой шанс создать свою сеть в многих странах мира. Вот смотрите, что такое сетевой маркетинг. Это вы. Когда вы работаете в обычном, по найме, вам не нужно развивать чей-то бизнес, хорошо? Мы это понимаем, что мы идем на работу, приходим домой. Что такое сетевой маркетинг? Это вы, и фирма дает вам возможность создать свой сеть покупателей, которые не продают, а сами покупают для себя. Потом мы учим всех этих наших приглашенных людей приглашать своих близких, своих родных, поскольку что мы делаем, когда получаем такую возможность, что мы делаем? Мы рекомендуем это своим близким. Когда мы входим в магазин и видим скидки, кому мы рассказываем? Своим близким. Понятно? Понятно. Мы пригласили наших девочек и учим их приглашать свою маму, сестру, подругу, одноклассницу. И так создаем сеть. Потом обучаем их, чтобы они тоже пригласили. И не факт, что все останутся как бизнес-партнерами. Можно и остаться покупателем, поскольку не влюбиться в продукцию Faberlic невозможно. Но нужно и дать шанс всем. А кто воспользуется и кто не воспользуется, это уже решают они. Я думаю... Спасибо, Анночка. Да, прямые продажи, мы делаем прямые продажи. И хочу чуть-чуть, если, не знаю, не будет, да, очень сложным эфир, если я расскажу еще и по цене, поскольку новичкам обязательно это пригодится. Смотрите, когда мы входим в обычный магазин и смотрим цену, ну, говорим, ну, цена приемлемая, я могу себе это представить, и покупаем. Но мы же не знаем, какой путь прошел этот товар, пока он оказался на полке в магазине. Правильно? Смотрите, производитель, ему же нужно продавать что-то, продавать свою продукцию. Он же делал расходы, и ему нужно получать доходы. Он продает большим продавцам. Что нужно делать большому продавцу? Он включает в это свой процент и перепродает среднему продавцу. Средний продавец, вы уже смотрите, понимаете, сколько там цен прибавляется. Средний продавец продал маленькому продавцу. Маленький продавец уже принес в магазин. И ему же тоже нужно получить доход от этого. Он прибавляет в цены товара ту цену, которую она бы могла закрыть, и свой расход, и еще и налоговую. И мы, по факту, покупаем ту продукцию, которая вообще не соответствует цене. Качество у нас портится. У нас делают некачественный продукт, не у нас, а у обычных магазинов. У нас такого нету. Да. Добавляется, делают фальшивую продукцию. И мы не знаем, что это может из себя вообще представлять для нашего здоровья. И
Что делает Фаберлик? Фаберлик, который понимает, что нужно это все, если его товар пройдет весь этот путь, и не факт, что останется оригинальным, поскольку мы люди, знаем, что люди очень-очень много могут делать дубликатов, могут делать фальшивую продукцию, он что решил? Компания Фаберлик решила заниматься прямыми продажами. Это мы покупаем именно от производителя, и он, сэкономив эти деньги, отправляет на качество продукта. И ему не жалко работать с очень-очень большими лабораториями, с большими дизайнерами, которые всемирно известные. И у нас идет в качество, и у нас еще и... Если так покажется, что новичок входит в свой кабинет, и ему покажется, что чуть-чуть дороже, чем в магазине, он может сделать себе сравнение по тем критериям, которые я сказала. Спасибо тебе, Леночка. Так что с Фаберлик и выгодно. И интересные, поскольку Фаберлик это не только бизнес такой, это и, не побоюсь этого слова, маленькая семья, где мы не только развиваемся духовно, мы развиваем свой ум, мы получаем очень-очень много знаний, делаем очень-очень много мероприятий, где становимся еще ближе. У нас должно было состояться в 14 ноября очень-очень хорошее мероприятие, очень огромное, но мы знаем, какой вирус у нас, и он уже доходит очень-очень много... цифр у нас есть, и руководство решило, что не будет этого делать, и очень жаль, но мы переносим это на март, так что я уверена, что мы все сделаем то, что мы хотим, и пока я не забыла про акции, я хочу еще и сказать, что это касается всем новичкам, так что вы тоже можете участвовать. В течение 16 и 17 каталога приглашайте своих родных от трех, начиная от трех, маму, сестру, подругу, и они проходят первый шаг в 16 и 17 каталоге. Зарегистрируется новичка, начиная от трех. Он проходит свой первый шаг. Вы делаете 20 баллов личных покупок, и вы получаете зарядное устройство, которое заряжает все смартфоны, много-много техник, которые всегда с нами. Это очень качественная продукция Фаберлик. Получаете бесплатно совершенно в подарок. Еще один плюс компании Фаберлик, что вы не только зарабатываете деньги, вы получаете скидки, получаете распродажи, получаете акции, которые можете выполнить, и у вас будет очень-очень-очень много возможностей. Еще хотела сказать, забыла, девочки, у вас есть вопросы, пока я... Да, спасибо. Что хотела сказать, девочки? Хочу дать вам очень-очень хороший совет, который мне помогла в свое время. И не важно, вас осудит, и не важно, кто будет над вами смеяться, и не важно, кто-то поймет или не поймет ваш бизнес, и не важно, что бы ни случилось в вашей дороге, делите сегодня то, что они делают другие, и завтра будете жить так, как другие мечтать не могли. Поскольку если вы пройдете обучение, поймете, какая огромная компания, какие возможности он вас даст, какой доход у вас будет, и не воспользуетесь этим, это будет самая главная ваша ошибка. Так что обучайтесь, делайте ошибки, будьте всегда в процессе, поскольку если вы идете к своей вершине, и обязательно рука об руку с наставником. Наставник – это тот человек, который вам поможет.
И Фаберлик, самое-самое главное, что есть такой миф, что когда ты приглашаешь людей и предлагаешь новичку, говоришь, давай зайдем в твой кабинет, делаем покупки для тебя, он думает, что у тебя есть большая выгода. Но имейте в виду, пока ваш наставник не доведет вас до того, что у вас уже будут свои доходы, вы не будете здесь. Он не будет получать деньги. Это миф. Фаберлик – это очень-очень справедливый бизнес. С Фаберлик бизнес очень-очень справедливый, поскольку здесь мы реально получаем ту выгоду, которую хотим. Мы получаем тот доход, который хотим достичь того или иного дохода. Я сбылась со своего, я написала, но не сказала ничего, что написала, поскольку я очень эмоциональный человек, я говорю всегда от сердца, и в бизнесе чуть-чуть может и помешать, но я надеюсь и уверена, что вам понравилось. Я не заканчиваю, просто я сейчас посмотрю, что я не успела вам сказать. У меня всегда так, когда я говорю про Фаберлик, у меня все, что написано, забывается моментально. Я говорю то, что хочу. Я не знаю, это правильно или нет. Если есть вопросы, напишите, пожалуйста, пока я посмотрю, хорошо? Да. Еще. Вам спасибо, девочки. Еще, девочки, хочу сказать, привести вам такой пример. Обучение – это отлично. Когда вам дается возможность, это тоже отлично. Но нужно понимать, как я считаю, сколько бы ты человеку не давал возможности, не давал обучения, ведь фирма же дает все возможности всем одинаково, да? Но не все здесь достигают своих высот. Нужно обязательно понять, для чего он вам нужен. Если ты новичок и сегодня уже зарегистрировался, ты должен понять, почему тебе нужен этот бизнес. Ведь многие новички говорят, у меня маленькие дети, я не могу работать. Ведь дети же имеют свойство вырасти и вместе с детьми вырастают доходы, расходы, а ваши доходы или нет вообще, или они остаются ровно так, как были 10-15 лет назад, поскольку мы знаем, что если мы работаем в найме, на найме, у нас зарплата всегда маленькая, и она не поднимается никогда. Вы должны это обязательно понять, что вместе с детьми растут расходы. И если вы не будете делать так, чтобы доходы ваши были много, чем расходы, у вас жизнь будет деградировать. А мы же не хотим так, поскольку мы хотим жить красиво, мы хотим путешествовать, мы хотим всегда детям говорить «да», на что они попросят, ведь очень-очень много. И я вижу, и мы все делаем так. Ребенок что-то хочет, а мы говорим, нет, не время, потом. А потом может, это потом не будет вообще. Или мы очень-очень любим слово «завтра». С завтрашнего дня начну заниматься спортом. С завтрашнего дня начну правильно питаться. С завтрашнего дня начну бизнес. С завтрашнего дня начну изучать языки. Завтра, завтра, завтра. А у кого есть такое убеждение, что это завтра вообще придет? Мы живем в таком мире, что нужно действовать здесь и сейчас. И если ты новичок и зарегистрировался хоть сегодня, то ты знай, что до 7-го каталога следующего года у тебя есть возможность заработать 2000 евро, получить двойной бонус. Первый раз мы получаем, когда открываем звание директора,
И второй раз мы получаем, когда закрепляем директора. Дорогу вас научит твой наставник, ваш наставник, поскольку он знает много, чем вы. Если ты новичок, зайди в свой кабинет. Изучай продукцию, делай свои покупки для своего дома. Влюбись в продукцию, влюбись в фирму. Изучай, что тебе даст твоя фирма, какие возможности, какой образ жизни, как поменяется твоя жизнь через 5 лет, если ты начнешь сегодня, и как поменяется твоя жизнь, если ты не начнешь ничего и даже не будешь стремиться жить лучше. Ведь люди... Да. 19. Ой, спасибо, Анночка, за подсказку. Мы получаем наш доход 19 раз в год. Это вам не хухри-мухри, а это компания Faberlic, да. Мы получаем очень-очень-очень много доходов. Вам только нужно, уже сказала, делать свои покупки, обучаться, держать связь с наставником, развиваться всегда и везде, не пропускать никакие обучения. И нужно просто идти дальше. И увидимся через 5 лет и поймем, как у нас жизнь поменялась, делая бизнес в Faberlic через 5 лет, и как поменялась жизнь тех людей, которые смеялись над нами и говорили, что у нас ничего не получится. Вот и все, девочки. Не знаю, понравилось или не понравилось. Я надеюсь, что у нас были и новички в прямом эфире. Я постараюсь сохранить на YouTube еще, чтобы вы могли посмотреть. Да, бонусы – это вообще отдельная тема. Я не хотела так обучающе делать прямой эфир, но бонусы у нас есть всегда. У нас квалификационные бонусы, по-моему, я сказала, да, девочки? Мы получаем, когда закрепляем наше звание. У нас запрос. Нек Манукян у нас хочет прийти к нам в эфир. Добро пожаловать. Мы всегда открыты к гостям. Если будут вопросы, ответим. А Кубу я не знаю. Кубу я, может быть... Буду наблюдать тебя, моя наставница, в Кубе. Дай Бог, чтобы я получила 2000 евро, потом над Кубой еще поработаем. Куба это вообще... А если было в Грецию... Это вообще было бы огонь. Спасибо вам, девочки. У меня отправили запрос и не добавляется. Не знаю, у них технически или просто получилось, что отправили. Хорошо, девочки. Если нет вопросов, уже увидимся в нашем рабочем чате. Хорошо? Есть вопросы еще? Да, на свои обязательно, это моя мечта, я уже кричу об этом везде и во всех сторисах. Да, спасибо, девочки, завершаю прямой эфир. Надеюсь, дала вам информацию, мотивацию, поскольку без этого нельзя. Так что была очень рада увидеться с вами в прямом эфире. Пока-пока, девочки.